Здрасте, здрасте. Добрый день. Как вы поживаете? Добрый день. Нормально поживаем. В ожидании. Да, нормально. Нигде сплошная Чечня, говорит Владимир Путин. Но самая Чечня у нас все-таки в Чечне. Существует телевидение. И существует квазителевидение, поэтому я не сказал бы, что у нас существует телевидение. У нас существует в той или иной мере квази-пресса, квази-журналистика и квази-телевидение в том же смысле, в котором у нас существует квази-демократия, квази-общество и квази-государство. Примаков просто не был в форме. За разгадкой секрета Примакова мы отправились в операционным столом 2 часа. И вот, видите, врачи расширяют полость внутрибедренной кости. Сюда вживляется 2-я часть протеза, а затем его положение закрепляется цементным раствором. Молодец, как всегда говорит. Во всяком случае, я его просил, чтобы включили хотя бы... Значит, ни против кого не действует, только против нас. Значит, нас боятся. Значит, те, которым не по нутру наша линия, не хотят, чтобы мы бы приходили бы в большом числе в Думу. Хотят в любом случае, так сказать, нам помешать. Вот эти самые коллеги это здание разрушают сейчас на глазах, как карточный домик. За рубежом президента нашей страны никогда не критикуем. Предвыборная кампания «Отечество всей России» пока идет громче и заметнее остальных. In this case, the directions come, as you say, from the so-called oligarchs. The difference is also that they are pursuing their own personal interests, and there is a kind of plurality, of pluralism. Derenko says something, then Mr. Hinstein put something else, and then in this infight you can get some useful information. Тема различная, но постоянным будет вопрос, сформулированный эксклюзивно для нашей программы. You speak about the question, but what... телевизионные каналы и политические журналисты вмонтированы в политическую борьбу. Они являются частью политической борьбы. Никто не сомневается, что будет и второй тур. Председатель правительства России Владимир Путин побывал в Ереване